Даже проливной дождь не стал помехой для праздника. Жители поселков Велено и Орел Изумруд этой дороги ждали много лет. Раньше машины здесь тоже ездили, правда, кочки и ямы поддавались далеко не всем маркам автомобилей. Последний скот, я помню, был где-то около 8 месяцев назад. Были депутаты городского собрания, которые также пообещали эту проблему решить. И с Анатолием Николаевичем Пахомовым мы не один раз обсуждали эту тему. И он сказал, что в октябре, ноябре дорога будет. И дорога есть. От появления новой дороги плюсов сразу несколько. Во-первых, теперь не проблема ходить и ездить. Во-вторых, появился прямой выезд на улицу Ленина. А отсюда и разгрузка центральных улиц. Местные жители решили этот день внести в историю района. Раз, два, три. Ура! Общая длина построенного участка более 1000 метров. Дорога достаточно широкая, местами больше 6 метров. Кроме того, отремонтировали асфальт в районе улицы Православная. Там привели в порядок порядка 12 000 метров дорожного полотна. Жители села Орел Изумруд будут очень довольны, да и многие. Мы прорабатывали разные моменты, меняли схему движения, но, однако, должных результатов это не приносило. При огромной поддержке главы города, которого мы сделал и открыли этот участок дороги. Теперь, я думаю, жители будут очень довольны. Сейчас по дороге уже беспрепятственно передвигаются как пешеходы, так и автомобили. Установлены дорожные знаки, указывающие направление, к которому местные жители пока только начали привыкать. Рената Шипулина, телекомпания ФКТ.